Здравствуйте, меня зовут Павел. Несколько недель назад я записался на тренинг мануального массажа коллегу Гудвину. Изначально у меня терзали сомнения, поскольку такой объем информации и в такие сжатые сроки, мне казалось, это невозможно. Придя на тренинг, все мои сомнения в первые же несколько часов улетучились. Весь материал мы проходили сразу же на практике, то есть даже само объяснение происходило прямо при нас, то есть нам и объясняли и показывали, как и что и делать. После мы менялись и тоже становились как массажистами. Также мы могли лечь на стол и побыть пациентом. Я вот здоровый человек и очень гибкий, но в итоге массаж помог и мне. То есть смог сильнее проворачивать шею, стало как-то легче, в общем-то. Нет вот таких скованностей. Вот. И поэтому советую всем прийти и не смотреть видеоролики, а прийти и попробовать самому все же. Попробовать все-таки стоит на практике. Так что не засиживайтесь дома, приходите к коллегу Гудвину, записывайтесь на мануальный массаж. Скажи, пожалуйста, а ты же ведь уже после первых двух занятий уже применил даже это, да? Да, то есть получается после двух дней я уже заработал свои первые 500 рублей сразу же. Сделав массаж у бухгалтера у себя на работе, она была просто в восторге. Она думала, что ей делают массаж профессионалу, а не какой-то новобранец, может быть. То есть, в принципе, можно заработать, вот, да, новичкам? Да, вполне возможно, будет желание, и все. Ну, отлично, спасибо тебе.